Друзья, всем привет! Сегодня делаю такие вот приблуды, игрушки, приманки. Вот. И у меня остался кусочек прутка. Я решил поэкспериментировать. И сделал вот такую вот вещицу. Вырезал его как форма Кастмастера, ну, похоже. Сделал два отверстия. Одел заводные колечки, тройник овнер. Здесь заводное кольцо, вертлюг, карабин и лепесток от блесны. По логике вообще получается, что вот эта игрушка, она когда падает, за ней лепесток еще вращается при падении. То есть я думаю, что на джиговой проводке будет проявлять себя очень хорошо. По судаку, окуню. Вот и такая приблуда. Сюда вот цеплять ее за основную шнур или леску. И лепесточек крутится при падении. Плюс сама вот эта игрушка должна играть. Можно сюда еще одеть меховой хвостик, вот как на игрушке. Это лисица с воротника. Все, всем спасибо, кто смотрел. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой приблуде. Может, кто-то уже делал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч!